Остановились у какой-то забегаловки. Разглядываем цены. Для того, чтобы самим посмотреть и вам показать. На сэндвичи, на салаты. Вот, ну, здесь цвет плохой, вот такие вот. Они называются гранита. По 2,50 евро вот эти вот. Такие, знаете, холодный лед с разными вкусами. Сейчас дальше покажу панини. Горячие панини. Сэндвичи теплые. Смузи даже, да? По 5 евро смузи. Ну и вот такие совсем большие разные лепешки. Какие-то еще. Багель. Не знаю, багель. Первый раз слышу, но, в общем, вроде как багель. Ну и все, и всякие булочки, сандвичи. Багели. О, даже чизбургер смотрю. Смотрите. Ну, даже без чизбургеров, да? Народ стоит. А еще такие, а, ну, блины, да. Вот сюкр 2,50, с нутеллой 3,50, панини разные. А это что у нас? А это у нас такие вкусняшки. Смесь фруктов 4 евро. О, крок-месье 3,60. Ну и разные там сладости, да, по 3 евро. Что тут у нас? А, чай. А, ну здесь напитки. Кафе глассе, кафе американо и так далее. В общем, народ гуляет, народу много. 2 года назад мы были последний раз. Ну, что-то, кстати говоря, мне кажется, народу стало немножечко поменьше, чем пару лет назад. Куда? Вечер в Каннах. 10:30. Вот набережная Круазет. Вся в огнях. И тут мы с мороженым.
Все стоят, покупают мороженое. Люди отдыхают, кушают. Смотри сейчас, сколько народу на пляже. В море корабли. Вот такой большой. И народу на пляже. Смотрите, сидят, отдыхают.